Укротить шальной огонь пытаются нижегородские лесники. Пляжный шашлычный сезон в самом разгаре, и многие отдыхающие забывают о мерах безопасности. Разводят открытый огонь в сухом лесу. Сейчас в Нижегородской области введен 4-й класс пожароопасности. Он самый серьезный. Поэтому ежедневно лесничие выходят на специальное патрулирование. Воздействуют на нарушителей, пока пытаются уговорами. Заведение огня запрещено как открытым способом, так и на углях. Так что убедительная просьба, потушить, пожалуйста. Вот прямо сейчас? Да. Можно около ванны, метры? Нет, запрещено полностью. Запрещено. А если вот так в воду поставить? Нельзя, запрещено полностью. Сказать, мы втроем. Ну, мы все понимаем. Есть хочется. Очень хочется есть. Ну и что прямо сейчас будем тушить? Надо потушить, да, потому что запрещено на самом деле. Ну окопано же все песком, ну чего вы? Нет, ребят, потушите костер. Не тушить жалко. И запрещено разведение как открытого огня, так и приготовление блюд. Сейчас и ничего, все нормально. Спрашивай. Делать есть-то хочется. На территории леса открытым пламенем горит костер. Запрещено. Можно потушить. Просто погреться, ребята, разожгли. Ну, после воды, конечно, холодно. Один человек ходил. Просто погреться из нашей компании и вот рожок. Мы не знаем, что тут нельзя. Мы сейчас потушим. Лес сухой, да. Вот, и горит он прямо моментально. Ну, 2 недели уже нет дождей. Вот, а 2 недели это уже очень много. В лесу прямо идешь как по пороху. Они все правильно делают. Мы не спорим. Все нормально. Мы сразу сейчас сами уедем. Да. Почему-то хочется вам верить. Потому что мы трезвые. Вот возьмите, пожалуйста, листовочку и памятку. Ознакомитесь. Нет, не будем, конечно. У нас все готово. Потому что надо беречь нашу природу. Мы же ездим отдыхать сюда. Разведение открытого огня также, огня для приготовления мяса, запрещено. Не знаю. Будьте добры. Потушите, пожалуйста. Не знали. Ну не знали откуда. Да, мы вот тут же, у озера. Не знали, больше не будем. Извини. Патрулируем мы ежедневно ездим, конечно. Ну, смотрим, что уже меньше намного стало нарушителей. Ну, в основном люди с пониманием относятся ко всему этому. То есть, как бы здравые люди, то есть адекватные. Кстати, лесники сегодня ограничивались лишь предупреждением. Но в следующий раз всех, кто будет разводить огонь в лесу, будут штрафовать. А за такое нарушение предусмотрен штраф до 15 000 рублей.